Ребята, посмотрите, какие красавчики, как надо делать. Вообще архитектура в Сингапуре мне очень нравится. Очень крутое сочетание разного рода объектов. Ну какие же классные здесь улицы. Гулять, ребята, одно удовольствие. Как и любой другой мегаполис, Сингапур днем и Сингапур ночью — это два разных города. Вы, скорее всего, слышали про сумасшедшие штрафы в Сингапуре. Украл — 10 лет тюрьмы. Плюнул — 20 ударов плеткой. Провез жвачку в самолете — заплати-ка 100 тысяч долларов штрафа, милок. Обо всем этом будет дальше. Ну а пока, как вы смотрите на то, чтобы оценить зеленость Сингапура от 1 до 10? В Сингапуре городские власти решили прийти к концепции, когда не сады создаются внутри города, а город внутри сада. По факту, парки внутри города создаются таким образом, чтобы между ними было не более 10 минут ходьбы. Давайте с вами познакомимся с некоторыми из них и прикинем, можно ли их все обойти. Немножко теории. Главный в нашем списке — Сингапурский ботанический сад. Это исторический сад в самом сердце Сингапура. Он был основан в 1859 году, ого-гошеньки, и на сегодняшний день является одним из старейших тропических садов в мире. Сад внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Первоначально он был создан как исследовательский центр по выращиванию растений, особенно культур, имеющих экономическую ценность. За деньги, да. Какой у вас самый любимый цветок? Если орхидея, вам сюда. Здесь находится самая большая экспозиция орхидей в мире, насчитывающая более 1000 видов и 2000 гибридов. В Национальном саду орхидей есть секция под названием VIP Orchid Garden, где гибридные орхидеи названы в честь высокопоставленных лиц и знаменитостей. Опять зелень, да? Вот я не перестану повторять, что Сингапур очень-очень зеленый город. Смотрите. Вот я иду по улице. И по левую сторону от меня как раз Сингапурское колесо обозрения. Тоже одно из высочайших в мире. Очень много всяких различных штук, которые там одни из первых в мире, одни из там топ-3, топ-5 в мире. Наш следующий пункт назначения — Gardens by the Bay. Сады у залива. Во-первых, это парк, который находится рядом с Marina Bay Sands, где мы уже с вами были, состоящий из трех набережных садов. В целом, эти сады задуманы как главное городское пространство для отдыха на открытом воздухе, и, конечно, они сразу стали национальным символом Сингапура. Gardens by the Bay ежегодно посещает более 6 миллионов туристов, и я среди них. Это парк. Это парк с кучей деревьев. С кучей деревьев, как настоящих, так и искусственных. Камера может немножко притормаживать из-за темноты. Здесь это здоровенный парк. Это раз. Два, здесь есть искусственные вот эти гигантские деревья, которые называют супердеревья. Вот их высота от 25 метров до 50 метров. 18 штук их здесь таких. 50 метров, представляете? Это пол
футбольного поля. Супердеревья, они же сверхдеревья, это не баобабы или тополи. Это, по сути, вертикальные сады с дизайном, напоминающим деревья с какого-нибудь инопланетного мира. Одно такое супердерево – это сад, где растут живые растения. Всего здесь почти 163 тысячи растений из более чем 200 видов. Каждое супердерево оснащено фотоэлектрическими элементами на своей кроне. Так они обеспечивают энергию и свет в парке. Ночь в парке – это совсем другой волшебный мир. Все здесь оживает заново благодаря садовой рапсодии, световому и звуковому шоу. Наверху всех туристов привлекает воздушная дорожка, она же Skyway, длиною в 128 метров. Это не все инженерные чудо супердеревьев. Здесь также созданы системы сбора дождевой воды для орошения. Очень хорошо, кстати, когда утром не надо со шлангом стоять и поливать все эти чудо. Мне еще что нравится в Сингапуре, то что очень многие объекты, будь то парк, будь то здание, будь то какое, ну, неважно, они еще несут символ какой-то. Вот здесь небольшой парк, зелененький такой, красивенький, изгороди. Это парк Олимпиады, Олимпийский парк. И здесь куча символов за достижения спортсменов в этой Олимпиаде. В изгородях стоят разного рода спортсмены. Вот смотрите. Раз, у тебя в кусту здесь притаился штангист, бегун. Раз. Тут у нас баскетболист. Маршрут, кстати, вот этими изгородями сделан в виде лабиринтов. Гуляя по Сингапуру, вы 100% наткнетесь на здания с зелеными фасадами. Я имею в виду не выкрашенными в зеленый цвет, а засаженными растениями. Еще одна сингапурская фишка. Ну а если серьезно, то эта история здесь поощряется и стимулируется. Был некий доктор Чанг Хун Хен, архитектор и руководитель Национального агентства городского развития. Именно он и запустил всю эту программу, в рамках которой за последние 10 лет около 100 городских зданий были модернизированы. Было бы неплохо, если бы доктор Хун Хен поработал бы и над эстетикой наших панельных домов и разбавил бы ее тропическими зелеными лианами. Но вернемся к зеленым зданиям. Это не просто фасады с растениями, это еще и крыши, где также размещаются сады. Вся эта зеленая инновационная инициатива, во-первых, способствовала улучшению экологической обстановки в городе, во-вторых, способствовала созданию уникальной характерной эстетики Сингапура. В Сингапуре вообще постоянно идут дожди, и вчера мне сказал мой знакомый один, что в Сингапуре очень много тротуаров, где все сделано так, что вы будете идти под навесами. Вот видите, как здесь навес, это не автобусная остановка, вот здесь сверху тоже надо мной навес, и ты можешь идти, и под вот этими навесами, когда дождь, ну, жару в принципе тоже. Нет земли? Тогда создадим ее. Еще одна особенность, которая отличает Сингапур от других мест, 25% земли здесь не существовало, в буквальном смысле. Это была вода. Мелиорация земель в Сингапуре началась еще в начале 19 века, вызванная необходимостью расширить территорию города и приспособиться к растущему населению. А территории Сингапура было недостаточно. Одним из примечательных районов, подвергшихся обширной мелиорации, является Бич Роуд. Около 50 лет назад на Бич Роуд был настоящий пляж, но потребность в дополнительной земле для инфраструктуры, жилья и коммерческих целей привела к преобразованию прибрежного ландшафта. Процесс рекультивации земель обычно включает в себя процесс создания суши в море путем заполнения почвой, камнями
и другими материалами. Заполненные участки постепенно образовывали новую землю над поверхностью воды, создавая новую территорию для застройки. Мотивы, стоящие за мелиорацией земель Сингапура, были в первую очередь экономическими. Правительство стремилось обеспечить пространство для городского развития, жилищного строительства и промышленной деятельности, тем самым стимулируя экономический рост и привлекая иностранные инвестиции. Кроме того, мелиорация земель позволила городу-государству создать современную инфраструктуру, такую как район Marina Bay, который стал символом экономического успеха Сингапура. Но, конечно, нужно быть откровенными. Процесс рекультивации земель имеет и значительные негативные экологические последствия. Одной из наиболее актуальных проблем является воздействие на морские экосистемы. Подобная история имела место и в Арабских Эмиратах при создании искусственных островов. Добыча песка с морского дна нарушает природный баланс, оказывая влияние на морскую флору и фауну и коралловые рифы. Утилизация извлеченных грунта и различного рода материалов также приводит к попаданию загрязняющих веществ в воду, что угрожает морской среде. Кроме того, трансформация прибрежных районов влияет на жизнедеятельность сообществ, которые зависят от рыболовства и других видов деятельности, связанных с морем. Сингапур признает экологические проблемы и постоянно принимает меры по смягчению негативных влияний на окружающую среду. Как раз к таким мерам относятся вышеупомянутые меры по озеленению, устойчивому строительству, проекты по улучшению среды обитания. Сингапур. Вот у вас церковь. Вот у вас дальше какой-то бизнес-центр стеклянный. И вот так сушат у нас белье на домах. Дом старый, но при этом снаружи отреставрирован. То есть с него ничего не слетает, штукатурка не падает, плитка не отваливается. Вот, это хорошо. Но белье висит. Туристическая Мекка. Сингапур является пятым по посещаемости городом в мире и вторым в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Сингапур ежегодно приезжает по 15 миллионов туристов, что в 3 раза превышает население страны. Доход от туризма составляет 16 миллиардов долларов ежегодно. И это не предел. Прогнозируется, что каждый год эти цифры будут увеличиваться на 4% последующие 10 лет. Туризм в Сингапуре, в стране с самым низким уровнем преступности в мире, является ключевой отраслью. И государство существенно вкладывается в эту сферу. Вот тоже очередное здание. Посмотрите, как сделано. Классно. Очень классно. Жизнь в лучшем городе Азии. Если вы пообщаетесь с кем-то, кто когда-то жил в Сингапуре, то, скорее всего, услышите про чистоту этого города, высококачественную медицину, высокий уровень жизни, ну и штраф. Конечно, штрафы. Давайте объективно посмотрим вокруг, и мы увидим крутой, аккуратный, модный город. Есть и пробки, я особо не заметил. Точнее, пробки, конечно, бывают, но относительно редко, и связано это как раз с определенной системой. Во-первых, Сингапур использует электронную систему ценообразования на дорогах для управления транспортным потоком. Плата за ERP, Electronic Road Pricing. Чтобы убрать пробки, да, то есть кто-то, для кого-то это наоборот круто, плати здесь, офигеть, какие взносы. Да, государство, но при этом у тебя нет пробок. Варьируется в зависимости от времени суток, типа транспортного средства и конкретной дороги или скоростного шоссе. Такое динамичное ценообразование помогает регулировать дорожное движение и не допускать ненужного использования транспортных средств в часы пик. Во-вторых, в Сингапуре функционирует интеллектуальная система управления светофорами. В дорожное полотно встроены датчики, которые определяют степень загруженности дорог в определенное время, автоматически регулируя продолжительность светофорных сигналов. Хочешь купить автомобиль в Сингапуре? Фатальная ошибка. Сколько здесь придется заплатить за владение авто? Купить, скажем, новую Toyota Corolla и заплатить все сборы обойдется вам плюс-минус в 100 тысяч долларов. Но если вы сказочно богатые, деньги для вас не проблема. Покупка автомобиля в Сингапуре – это только полдела.
получить местные права. Еще один квест. На права здесь действует определенная квота, которую власти ежемесячно открывают. Тут тоже придется сильно потратиться. Получить права может тот, кто готов заплатить наибольшую сумму. Да, ребят, это буквально аукцион прав среди желающих стать водителем. Сертификат на автомобиль стоит около 20 тысяч долларов. Власти Сингапура посчитали, что город способен переварить 600 тысяч автомобилей. И официально они придерживаются стратегии «город без машин», хотят в следующие года обеспечить нулевой рост числа автомобилей. Для сравнения, по дорогам Москвы ежедневно проезжает около 3 миллионов машин. А что по штрафам для водителей? Инфа с государственного сайта Сингапура. Парканулись против движения — $100 сингапурских. Парковка в запрещенном месте — от 100 до 400 долларов. Штрафов много, всех перечислять я не буду, но общая суть понятна. Для сравнения, в Дубае меня как-то штрафанули за разговор по телефону во время вождения на 800 дирхам, а это 20 тысяч рублей. Как жить без авто? В целом, транспортная система Сингапура более чем годная, поэтому местные не жалуются. Местное метро в Сингапуре — это чистое, удобное, легкое и понятное. Важно заметить, что жители Сингапура привыкли соблюдать порядок при входе и выходе из вагонов, что создает комфортную атмосферу даже в часы пик. Здесь никто не толкается и все друг друга уважают. Вагоны обычно не переполняются до предела, и если вагон забит, сингапурец, скорее всего, не станет напрягаться и просто подождет следующего поезда. Станция метро. Сразу же станция метро. У тебя велогараж. Это спид-гараж. Вот, смотрите, как это выглядит. Велогаражик, заходишь сюда, припаркованные велики. Все аккуратненько, прикольно. Плюс локеры. Все, бросил вел свой. Везде камеры по периметру. Везде камеры. Вышел и сел на станцию. Все под крышей. Это тебе не вот эти вот остановки, не пойми какие, под велики или просто уличные трубы торчат, да? А реально велогараж. Автобусная сеть охватывает все жилые районы, предоставляя 5-6 линий автобусов в каждый микрорайон. Новые жилые районы разрабатываются с учетом того, чтобы расстояние от любого дома до ближайшей автобусной остановки не превышало 100 метров. Автобусы до ближайшей станции метро следуют с интервалом в 2-3 минуты. Альтернативой собственному автомобилю в Сингапуре может быть что? Такси. Парк такси в городе превышает 30 тысяч машин. Заказать такси легко и быстро. Государство контролирует тарифы на такси, чтобы они были доступными всем. Ежедневная поездка на работу на такси обходится дешевле, чем владение собственным автомобилем. Согласно рейтингу журнала The Economist, Сингапур на протяжении 5 лет возглавлял рейтинг самых дорогих стран мира. Еще одна интересная штука. Мне причем про нее сказал малазиец. Вот я был в Куала-Лумпуре, у меня там друг малазиец. И он мне сказал: Егор, ты знаешь, что очень многие работают в Сингапуре, а приезжают домой в Малайзию. Что Малайзия, она граничит с Сингапуром. Тратят по 2 часа на дорогу. Знаете, почему это? Это потому, что жилье в Сингапуре очень-очень дорогое. Здесь квартиры, надо, кстати, посмотреть статистику по ценам на аренду квартир, но квартиры здесь, аренда квартир очень дорогая, автомобили очень дорогие, ну вообще все, что связано с property, да, все, что связано с собственностью, частной собственностью, это здесь дорогое. Снять квартиру, которая будет не совсем на отшибе, с ремонтом и аккуратная, стоить будет около 2000 долларов. Большинство иностранцев живут в частных кондоминиумах со своей территорией, бассейном, тренажерными залами, детскими площадками. Здесь средняя цена за аренду будет начинаться от 3-4 тысяч американских долларов в месяц. А вообще цены могут доходить до бесконечности. Ну, как везде. На каких языках говорят в Сингапуре? Здесь 4 официальных языка. Английский, малайский, китайский и тамильский. Для повседневного общения на работе и в городе все используют английский. Но необходимо отметить, что тут существует и местный вариант английского, так
так называемый Синглиш. Сингапур плюс Инглиш. Это смесь, да, английского, малайского и китайского. Самое распространенное проявление Синглиша – добавлять «ла» после какого-либо слова, чтобы сделать его убедительнее. В основном так говорят работники сферы услуг. Ну и, конечно же, вишенка на торте, мы все ее ждали. Местные штрафы. Не просто так Сингапур называют Fine City, что имеет двоякое значение. Fine, то есть отличный, хороший, или штраф. Самое популярное из штрафов – это, конечно же, мусор. Можно ли ходить и разбрасывать обертки из-под шоколадок, банки Кока-Колы, ну и окурки? Вообще это нигде нельзя делать, начнем с этого. Думаю, тут можно и закончить. В Сингапуре за мелкий мусор в первый раз можно получить штраф в $300. Повторные нарушения будут значительно выше. Будете, так сказать, интенсивно разбрасывать мусор по улицам, ну, то есть с энтузиазмом, отправитесь в суд, а там уже как бог даст, ну, точнее судья. Еще, возможно, вы где-то слышали про ввоз жвачки в Сингапур. Ну, мол, ее нельзя вывозить, а если ввез, будешь сидеть в тюряге. А еще будешь сидеть в тюряге, если жуешь ее на улице. Это, дорогие мои зрители, немножко миф. А реальность такова. Ввоз зубной жевательной резинки в Сингапур для личного использования не является противозаконным. Однако импорт жевательной резинки для продажи запрещен. Этот закон был принят для поддержания чистоты в общественных местах, особенно в системе скоростного общественного транспорта МРТ, где жвачка вызывала серьезные проблемы с обслуживанием. Также еще в 1980-х Совет по жилищному строительству и развитию посчитал, что им приходится выделять $150 000 на чистку от жвачек. В метро были вызваны существенные задержки из-за того, что вандалы лепили жвачки на кнопки. Наказание за нарушение запрета заключалось в штрафе в размере до 2000 сингапурских долларов. А любой, кто был осужден за импорт жевательной резинки, мог быть оштрафован на сумму до 10000 сингапурских долларов или заключен в тюрьму на срок до 1 года. И если это было только впервые. За второе и последующее осуждение они могли быть оштрафованы на сумму до 20000 сингапурских долларов или заключены в тюрьму на срок до 2 лет. Через 2 недели после введения запрета владельцам магазинов разослали более 2000 уведомлений с требованием прекратить продажу жевательной резинки. За эти 2 недели также конфисковали более 5 миллионов упаковок жевательной резинки на рыночную стоимость около $1 000 000. Что было дальше? Естественно, общество жаловалось и критиковало запрет. Позже, еще в 2004 году, полный запрет на продажу жвачки был снят. Но реклама ее запрещена в любых видах. Если вы хотите замутить жевательный бизнес на черном рынке Сингапура, делать этого, ребятки, не стоит. А вот если вы носите в кармане Orbit для приятного запаха изо рта, никто вас не схватит. Но это не точно. Еда в общественном транспорте Сингапура. Но что здесь такого, скажете вы? А вот существуют строгие правила, запрещающие есть и пить в общественном транспорте Сингапура в целях поддержания чистоты и санитарных условий в автобусах, поездах и на станциях метро. Нарушение этого правила может привести к штрафам, поскольку Сингапур очень серьезно относится к чистоте своей системы общественного транспорта. Ну и если вы ездили в автобусе или метро, и кто-то рядом с вами разворачивал свой бутерброд из фольги и начинал смачно все это кушать и запивать компотом, капуста из бутерброда падала к вашим ногам, думаю, вам это не особо нравилось. Сингапурцам, видимо, тоже. Едете в общественном транспорте, будьте добры, уважайте других и поддерживайте чистоту, комфорт и порядок. А хочется кушать. В Сингапуре полно прекрасных мест, где это можно сделать. Тем более за такое покушать в метро можно нарваться на штраф $500.
Я на районе уже встречаю, наверное, четвертый вот такой вот, типа а-ля что-то уличный фудкортик. Когда, ну, это не торговый центр, как у нас, да, там где-то наверху в торговых центрах есть фудкорт. Это прям на улице дом, здание. Заходишь прям с улицы, и у тебя сразу же вот эти вот азиатские такие кафушки, все в одном месте, все это так достаточно дешево. И, кстати, ну, допустим, я позавчера ужинал, у меня встреча была, мы заплатили, чтобы вы понимали разницу в ценах, мы заплатили в Ритце, это как бы такой уже топовый отель, Ритц Карлтон, и там получилась цена $270 на двоих. А вчера я поел в одном из таких фудкортов, знаете, за сколько? За $7.50. Вот так можно дешево поесть.